Всем доброе утро, мои дорогие мальчики и девочки. Джончик уже косит. Мы с Банечкой плаваем. Yes, I see you. I'm coming, coming. What? Я просто это, ребят, на кухне убираю, мы позавтракали. Oh, yeah, it looks like a bicycle. Вчера проверили воду, кто не смотрел, посмотрите. Сказали, что у нас вода идеальная, Джон вчера соли добавил. Ну, в общем, класс, мне очень нравится. Кстати, ребят, решила сейчас немножечко здесь как бы хочу прибраться. И вот эти цветы все-таки здесь посажу. И посыплю специальным средством, чтобы заяц не жрал. Короче, приехали, ребят. Вот он дом друга Джона Марка. А, окей. Так, ну не знаю, сколько тут народа. В общем, посмотрим. Ой, что-то так засиделись в машине. У них красивые цветы. Ой, какая злючка. I think it's so fluffy. I felt his tail. You just can't see it because it covered with all that fur. I know. Why is scared of me? Видите, мой маленький, видите, у собачки нету одной лапы. I'm gonna show you something. Come on, John. Come on. Look at this, John. It's amazing. Look at it. Oh my God! Beautiful, right? See, it's Mark built it with Stephanie. Ой, вот эта рыба, ребят, выросла. Первый раз, когда Джон меня привел к своему другу, здесь плавала маленькая рыба. Я вот спросила у его жены, я говорю, это та же рыба? Она говорит, да. Okay. So three and you have four, right? Well, usually actually you would take these. I mean, if you want, we could do it just from the same side. Смотрите, как далеко. Oh. Я буду бросать. Ну-ка, получится у меня или нет? О! I think it's too far, John. Мне кажется, слишком далеко. Ну да. Right here. Another one. Up. And put it there. Розочка была. Вот бутончик. Смотрите, какой красивый. Да, интересненько у нее здесь. Много всяких. Вот эти мне очень нравятся. Надо спросить у нее, что это такое. Вообще классные такие кусты. Я бы тоже у нас возле забора, да? Как они мне нравятся. Свет еще такой классный. Вся кофта в собачьей волосне. Потому что сидела эта собачка, ну та, которая без ноги. Такая классненькая. Мне она очень понравилась. Вот. А это растение называется уши слона. Смотрите, какие огромные помидоры. Обалдеть. Она молодец, конечно. Она любит природу, животных. Ой, какая прелесть. Розочка. Красотища. А здесь креветочки у нее. Видите, какие спят. Окей. So how long? I do that all the time. Мы нашли ее томаты. Смотрите, какие красивые гроздями висят. Какая прелесть. Прям в горшке. И котики такие у нее классные. Такой черненький. Еще там один убежал уже, да? У Стефани красотища, ребят. Ну, смотрите, вот это вообще. Ох.
Не передать словами. А вот это как мне нравится. My name is Fluffy. Fluffy? Mm-hmm. This is Fluffy. Базилик. Ну что, ждем Дэвида чикен наггетсы. Вот такая машина, она говорит, без масла готовится. Надо Джону показать. Может, нам тоже такая нужна? Представляете, вот 4 минуты осталось показывать. Да, прикольненько у нее здесь, мне нравится. Столько много цветов, аквариум. Она меня с ним встречает, ты что, говорит, не видела мой аквариум? Я говорю, нет, не видела. В прошлый раз здесь Гайка был, помните, такая вот маленькая ящерка? Такая с ее дочки. А сейчас у нее такой шикарный вот этот гапис. Вот такие. Вот эти красавцы мне очень нравятся. Она как-то назвала Black and Red Shark. Do you like shrimp? Yeah. Да, собачка у них, короче, это заболела раком. Ну, я не знаю, кто меня смотрит, ребят. Бультерьер у них был. Девочка. Ну, в общем, умерла она. Короче, и она пипел, ребят, вот в эту коробочку, смотрите, определила, вот она мне показала, говорит, это она. И другая еще собачка тоже умерла, но она очень любит животных. Okay. All right, stay here, David. Woo! See? Easy peasy. Wow. Oh, I like this machine. I need to show John. Can you leave it here? I show him. Yeah. Just, I have to clean it. Yeah, it's called an air fryer. Yeah, it looks good. And we can do french fries, everything. So you don't have to fry it. It's more healthy. Yeah. Honey, because that'll be yeah, hot David, in there. It's hot. That'll yeah. be hot in there. Yeah. I like it. Chicken in there. Everything, right? You can cook everything in that thing. Yeah, looks great. Look. What is see? It, ninja air fryer? No, it's not a ninja, like John. It's something right different. So, Dad, do you want to put ketchup here? Yeah. Yeah? What about burgers? It's not ready? Ну что, Занька ест чикен наггетсы. А я попробовала бургер, ребят, очень вкусный. Очень хорошее качество мяса. Я уже сказала Марку, говорю, вообще шикарно. Но я без булки ем. Флаффи. Собачки все выпрашивают. Флаффи? Флаффи? Yeah, I like him too. О, ребята, включил он вот такие вот огни классные. Мне очень нравится. Так, мальчики пошли играть. Вот, ну вообще мы собираемся уже домой, ребят, потому что время 10:00. Так что, чего, с вами я прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.